Привет! Ольга Зарубина выдвинула дочери очередные обвинения. Звезда 90-х не поделила с дочерью Кирой своего 34-летнего парня Николая Какунина. Ольга Зарубина стала свидетелем того, как они обнимались, а после устроила настоящий скандал. Также певица заявила, что дочурка втайне от нее общается со своим отцом Александром Малининым. Кира долгое время жила в Америке, но не так давно прилетела в Москву, чтобы навестить свою мать. Когда между женщинами произошла ссора из-за молодого любовника Зарубиной, та выставила дочь за порог. В этой ситуации разбирались эксперты в эфире программы «На самом деле». Специалисты заверили, что Кира хотела сделать Ольге больно, поэтому и флиртовала с Николаем Какуниным. Также подозрения артистки о том, что дочь тайком пишет Малинину, подтвердились. Когда Зарубина выгнала дочь, то та попросила о помощи своего биологического отца, но певец якобы никак не отреагировал. На детекторе лжи проверили и самого Какунина. Оказалось, что любовник звезды, который младше ее на 26 лет, крутил романы на стороне. Также специалисты сообщили, что Ольга интересна Николаю скорее с точки зрения финансирования. В ответ на это танцор стал утверждать, что зарабатывает не меньше 100 тысяч рублей в месяц. Зарубина пояснила, что давала ему приличную сумму на сценические костюмы. Общественность после этого эфира узнала и о том, что у Какунина есть маленькая дочь, которой он не помогает деньгами. В конце эфира Зарубина окончательно разочаровалась в своем любовнике и заявила, что она с ним расстается. И это несмотря на то, что они собирались в будущем узаконить свои отношения. Напомним, что в прошлом месяце Кира хотела навестить своего отца Александра Малинина, но охрана артиста выгнала девушку с села частной территории. После она заявила, что будет разбираться с родственником только уже через суд. Будем надеяться, что отношения в звездной семье наладятся. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!